Леонид Алексеевич, уж поскольку вы оказались в городе Днепропетровске и согласились поговорить с нами здесь, на этом шумном бульваре, я прошу у вас разрешения задавать вам самые неожиданные вопросы. Пожалуйста. Ну, первый вопрос, наверное, не является неожиданностью, поскольку сидим мы спиной к гостинице «Астория», вот эта скамеечка у нас получилась рядом с этой гостиницей, то первый вопрос будет так или иначе с ней связан. В этой гостинице по очень известному литературному произведению останавливались персонажи, которые имеют отношение к вашей семье. Немножко похоже то, что я спросила, на литературную викторину, но я назову только, что гостиница «Астория» была связана с именем Рощина. Ну, а дальше расскажите, пожалуйста, насколько это связано с семьей вашей, с биографией вашей? То есть, насколько персонажи «Хождения по мукам» имеют автобиографическое значение? Конечно, нельзя сказать целиком и полностью, что Рощин – это прототип самого автора, то есть Алексея Николаевича, отца моего. Нет, у отца моего, в нем, вернее, соединяются черты и Рощина, и Телегина. Он взял как бы и от одного, и от другого. В общем, это собирательный образ русского интеллигента, ищущего, потерявшего на время ощущение родины и стремящегося вновь это чувство обрести. Я бы сказал так. Так что он и Рощин, и Телегин одновременно. А вот мать моя, это Наталья Васильевна Крандиевская, Толстая. Это прототип Кати, совершенно определенно. Отец сам признавался, что он списал образ Кати, в общем, с моей матери. А образ ее сестры, Надежды Васильевны Крандиевской, скульптора Москвы. Крандиевский Файдыш по мужу, да. Это Даша. Вот портрет юной Кати, той самой, которая вот была и жила на странице «Хождения по мукам». Вот. Это и есть Наталья Васильевна Крандиевская. Да, это и есть моя мать примерно в том возрасте, когда они познакомились с отцом и когда он на ней женился. Это был 13-й год. 1913 год. Очень красивая женщина. Да, это книга ее стихов, которая вышла, более-менее полное собрание, вышла в 85 году. До этого выходили только отдельные маленькие сборнички. Вообще, мама начала печататься еще до революции. Бунин знал ее стихи. Она вообще даже до некоторой степени считается ученицей Бунина, потому что она показывала ему свои стихи, еще будучи 16-летней девушкой, ходила к нему показывать эти стихи, и Бунин ее опекал, давал ей творческие советы и так далее. А потом в эмиграции уже писал о ней тоже очень много лестного. Так что она уже была поэтом до революции. Но вы знаете, у мамы моей совершенно не было писательского честолюбия. Будучи женой моего отца, она некоторое время писала стихи, а потом она посвятила жизнь мужу, заботам, семье, детям, то есть нам, с моим братом. И на некоторое время совершенно ушла, как поэт. И только после трагического для нее 35-го года, когда они с отцом разошлись, она вновь начала писать стихи, вновь проснулась. Ее муза, так сказать. Откуда пошел графский род Толстых? Сейчас расскажу. Графский род Толстых, у меня есть родословный, очень ценный документ, копия, конечно, идет от Индроса с 1353 года. Ого, 14 век. Да. Сейчас объясню. Легендарный, полулегендарный Индрос пришел своей дружиной в Чернигов, из Литвы, как говорится, как говорит предание, своей дружиной.
и принял там крещение, что свидетельствует о том, что до этого он был язычником, то есть не крещен. Православное крещение. И от него пошел род бояр. Они скоро были приближены к великому князю, и один из них служил при Василии Темном, это уже 15 век. Отец Ивана? Нет, не отец, он праправнук этого Индраса, или еще даже больше. Там нет, такая Василий цепочка. Темный, отец Ивана Грозного. Василий Темный не отец Ивана Грозного, это прадед. Прадед. Да. Ну, это отец Ивана Третьего, Великого. Великого, да-да-да. Конечно, отец Ивана, вы имели в виду Ивана Третьего. Да. Покорителя Твери и Новгорода, да. Так вот, да, Иван... он просто был очень толстый. Вообще, и оттуда фамилия. Да. И оттуда фамилия Толстой. Потому что в старину прилагательные, кончающиеся на «ый», обычно имели окончание «ой». Красивой, большой, толстой, вот тогда. Поэтому, так сказать, это древнее прозвание, что ли, прилагательное, ставшее существительным словом. Вот. Из толстых, прежде всего, да, они не были боярами, но они были дворянами. Ну, понятна разница. Дворяне, то есть служилые люди при Иване Грозном, начались они. Первый, кто более-менее прославился, это Петр Андреевич Толстой, получивший первое графство Российской империи в 1724 году. Знаете, за что? За очень такое дело, которое всегда болезненно для нас, для всех толстых. Он получил графское достоинство, ну, во-первых, за свою дипломатическую службу. Он же, это как раз очень почетная была страница в его деятельности. Он заключил мир с турками, когда это Петру очень нужно было для того, чтобы воевать со шведами. Он сидел в семибашенном замке у султана в Константинополе. Его пытали, но он отстоял свое. В общем, он очень большую, так сказать, роль сыграл в делах политики Петра. Но вот одно дело... Заслуженно получил, да, дворянское звание. Но вот одно дело, от которого до сих пор стынет кровь у нас, это то, что он вернул царевича Алексея, который убежал от отца. Он его обманул хитростью через его любовницу Ефросинью действовал. Это все в фильме «Петр Первый», помните? Это и, по-моему, Гардин его играет. Такой в парике, помните, да? Вот это был наш прапрапрапрапрапрапрадед. Но он также и прапрапрадед Льва Николаевича Толстого. Это был общий прапрапрадед. Это общий прапрадед. Потому что у этого Петра Андреевича Толстого были два внука. Федор и Андрей. Вот от Федора идет линия Льва Николаевича и Алексея Константиновича тоже, поэта. А... автора, скажем, «Средь шумного бала» или «Колокольчики мои», «Князя Серебряного», трилогии «Борис Годунов», «Царь Федор Иоаннович», да? «Смерть Иоанна Грозного». Это от Андрея идет, а мы от Федора идем. Вы Федоровичи. Мы Федоровичи, а они Андреевичи. Вот так, так сказать, так что такое боковое родство у нас. Толстых много, в заключение скажу, и они все разные, даже на нашем веку. Вот, например, мой брат физик, мой племянник, депутат Верховного Совета РСФСР, Миша Толстой, Михаил Никитич, он тоже физик-оптик. Его родная сестра-племянница, писательница, Татьяна Толстая. Очень известная, Татьяна. Вы ее знаете, Толстая. Правда, Татьяна Никитична, да. Ну вот, а я композитор. Я профессор Ленинградской консерватории. Я работаю во многих жанрах, но в серьезных жанрах. Я учился у Шостаковича, сейчас. Еще раньше у зятя Римского-Корсакова, у Штейнберга. Я написал 5 опер. Из них одна довольно часто шла на сценах нашей страны, это «Маскарад». А где именно? В Перми, по радио. И... это была радиопостановка? Нет, в Перми была настоящая постановка, которая держалась очень долго. А и потом
«Повесть об одной любви» или «Марюта». Это на сюжет 41-го Лавренева. Вот она шла и в Ленинграде у нас, в Мариинском театре, и во Львове, и еще в Перми тоже. И тоже запись по радио, монтаж это часто передавался. Потом опера «Русский характер» на сюжет одноименного рассказа моего отца. Потом «Гранатовый браслет» на сюжет Куприна, известно. Потом «Капитанская дочка». Две последние оперы еще не нашли себе оперной сцены. Я надеюсь, что это произойдет, может быть, еще доживу до этого. Дмитрий Алексеевич, я вот вас слушал, немножко вам завидовал. Вы так хорошо знаете родословную свою. Это то, чего нам не хватает. Ну, знаете, потому что она записана во многих книгах. Там, знаете, ну, потому и поневоле. Да нет, я думаю, наверное, что здесь еще и культуры нашей во многим нам не хватает, чтобы хорошо знать своего отца, деда, прадеда. И, может быть, это молодежи как раз очень нужно. Вот тут. Ну, не скромничайте, не скромничайте. Вы-то, наверное, знаете дедушку свою. Я говорю-то вообще нашей молодежи. Действительно, ну, да, такая проблема существует. Ну да, потому что нас так воспитывали, плохо нас воспитывали все эти 70 лет. Понимаете, нас воспитывали, что нечего там рыться в потемках, как это, в дебрях прошлого. И Маяковский об этом, так сказать, говорил. И все мы, так сказать, пренебрегали и плевали традициями, пренебрегали. Вот это очень плохо. Хорошо, что сейчас возрождаются традиции. Хорошо. Понимаете, то, что возрождается интерес к нашим предкам. Белые пятна в нашей истории, как-то они, мы узнаем. Хорошо, я считаю, что к церкви обратились. Я считаю, что это очень благотворно. И хорошо, что обратились к людям зарубежья. Дмитрий Алексеевич, вот поскольку разговор зашел в эту сторону, как сложилась судьба Толстых вот в этом веке? Белые пятна истории этого века мы сейчас пытаемся каким-то образом восстановить. Как сложилась судьба членов вашей семьи? Ну, очень драматично. Очень драматично вообще. Если говорить о нашей семье просто, да? Да. Ну, отец мой не принял, как известно, революцию. Он с мамой, меня еще не было на свете, но уже был Никита. И мой единоутробный брат Федор, сын мамы от первого брака. Они уехали в эмиграцию. Через Одессу, через Константинополь, через Принцевы острова, испытая все муки и унижения бедности. Потом Париж, потом Берлин. И потом отец очень любил он родину. Он не мог мыслить жизни без России. Он был русским, очень писателем. Понимаете? И мама очень тосковала. И, в общем, они вернулись в 23-м году, как известно. Ну, к тому времени уже я родился. На дороге, понимаете, домой, в Берлине. Мое место рождения в Берлин. По этому поводу у меня было много даже комических эпизодов. Однажды во время войны меня задержали в пикете, просмотрели мой паспорт, и один недоверчивый майор так вскинул на меня глаза, сказал: «Вы родились в Берлине?» Я говорю: «Да». «А почему вы родились в Берлине?» Я говорю: «Вы знаете, извините, не досмотрел». Он страшно рассвирепел, говорит: «Бросьте ваши смешки и шуточки». Я говорю: «А я не смеюсь, я серьезно вам говорю». В общем, так меня выручили. Да. Эмиграции. Было полгода Дмитрию Алексеевичу, когда он вернулся из эмиграции. Но все равно это наложило пятно на его биографию, да, с точки зрения того самого майора. Да, да. И когда майор спросил, что вы там делали, Дмитрий Алексеевич сказал: «Я сосал грудь матери». Да. Чем вы там занимались? Я ему... Неужели майор и на это не улыбнулся? Нет, он рассвирепел. Он ему показал, что мы над ним издеваемся. Когда я ему объяснил, что тогда была Веймарская республика в 23-м году, и никакого Гитлера не было, он совершенно ничего не понял. Он не понял, что такое Веймарская республика, да. Шпиономания была сильнее, да, просто человеческая. Шпиономания была очень сильная. У меня, кроме того, были краги, которые мне отец подарил. И такие, знаете, железные башмаки какие-то чешские фирмы «Батя». И это тоже вас выдавало? Да, и это меня... Я был очень похож
на диверсанта, заброшенного к нам в тыл, конечно. Вот я этого не понимал по наивности и напугал майора. Ну, а у вас никто не узнает Толстого, хотя вы, в общем-то, похожи в какой-то степени. Я очень похож стал к старости. Я в молодости был меньше похож, но сейчас я очень похож действительно на своего отца. Я это вижу, даже глядя на себя в зеркало. А некоторые люди иногда даже говорят, что я больше похож на своего отца, чем он сам на себя. Кто-то написал, что у многих людей настоящее их лицо проявляется только к определенным годам зрелости. Так было с Пастернаком. Вот я не думаю, что это будет комплиментом, но, по-моему, так же и у вас. Я слышал, что Чарли Чаплин принял участие в конкурсе на исполнение роли Чарли Чаплина. Инкогнито, конечно. И занял 3-е место. Были более способные Чарли Чаплины. Но, наверное, не у всех все-таки получилось так и принять родину, и быть со своей родиной до конца. Вот сейчас много пишут о том, что, допустим, Шереметьевы, Трубецкие, многие знатные и славные роды рассыпаны по всему миру. Каким образом все это складывается в роду Толстых? Мы с Таней, с моей женой, вот которая сидит справа, мы были 4 раза в Париже. И даже подолгу, по месяц, даже больше. И так прикидывали, ну просто так мысленно, а могли бы мы тут остаться и жить? Ведь там же очень, в общем, хорошая жизнь, так сказать. Ну, с точки зрения быта, удобства, приятности. И я понял, что никогда, никогда бы мы не могли там жить, потому что мы там чужие. Мы там чужие, мы не нужны со своими чисто русскими склонностями, привычками, традициями, обычаями. Вот. И, конечно, я понял, что какая ни была бы тяжелая жизнь на родине, конечно, отсюда уехать нельзя, в особенности уже приобретя такие привычки уже взрослых и пожилых, я бы сказал, лет. И корни у нас классные. У нас здесь дети, внуки. Я говорил о внуках и детях моего брата. Положим, я говорил о детях, о внуках я еще не говорил. Могу только сказать, что их 17. Это у моего брата. 17. Семья. Большая семья, хорошая семья. А у меня 7. У меня дочь Елена и 3 сыновей. Николай, Алексей и Денис. Елена – филолог, Николай – музыкант, так же, как я. Алёша – хирург, доктор наук. И Денис – химик, кандидат наук. Теперь двоюродные. У меня есть 2 двоюродных кузена и кузина. Дело в том, что брат моего отца – Мстислав Николаевич. Он воспитывался с отцом, в то время как отец воспитывался с матерью. Он эмигрировал и умер во Франции. И у него 2 детей – Ольга и Александр. Это и есть французские Толстые. Это французские Толстые. Мы с Таней, когда едем в Париж, мы часто у них останавливаемся. Вот я хочу вам сказать несколько слов, так охарактеризовать мою кузину Ольгу. Она никогда не была замужем, она очень веселая, эмоциональная, как-то до пожилых лет уже, и за 50, она сохранила какие-то повадки и привычки молодости. Она работает воспитательницей в детском доме для трудновоспитуемых девочек. Казалось бы, такая трудная специальность. Она была недавно, простите, вот, что я Таня, перебираю. Расскажи про нее. Она в прошлом году посетила Ленинград, ее мы пригласили. И заранее, для того, чтобы ей показать Самару, долго мы хлопотали эту поездку, ей разрешили на 4 дня поехать в Самару, на родину ее отца. Она, конечно, там никогда не жила, потому что она родилась в Париже. Ну, я должна вам сказать, что нас с самого начала так гостеприимно, вот так приблизительно, как в вашем городе, встречали. Это еще когда знали, что это все-таки человек из рода Толстых, там поместья их были.
Ну и первое, что было сделано, гостеприимное телевидение ровно через час уже приехало к нам в гостиницу. Очень милый корреспондент, молодой человек, сделал интерьер из лучших вещей так в этой гостинице. Кроме нас вообще в гостинице никого не было больше. И он начал брать у нее интервью. Зная, что она воспитатель в детском доме, он ее спросил, что это за детский дом. Она сказала: знаете, одна англичанка французского происхождения, умирая, оставила один свой замок, чтобы там были девочки трудновоспитуемые, и чтобы им там жилось хорошо, чтобы их учили, чтобы они получили какое-то образование, возможно, их уровня развития. И вот она, Ольга Мстиславовна Толстая, работает старшим преподавателем в этом самом доме. И молодой человек спрашивает: скажите, пожалуйста, а как проходят вот трудные девочки, как вы их воспитываете? Она говорит: понимаете, как мы их воспитываем? Ну, вообще на воле, во-первых. Во-вторых, они даже не музыкальные, у нас, к сожалению, нет рояля, но все девочки играют на духовых инструментах. Флейты, фаготы, гобои. Днем, утром, вернее, их возят в школу. На автобусе мест, своем автобусе мест. И возвращаются они. И тогда молодой человек спрашивает: скажите, пожалуйста, но ведь они, наверное, шалят. Если они трудные девочки, значит, наверное, их и наказывать надо за что-то. Она говорит: простите, я вас не понимаю. Ну, когда плохо ведут, ведь вот у нас в детских домах наказывают, мы теперь это тоже видим по телевидению, вот знаем. Она говорит: что вы, что вы? Она так испугалась, она говорит: если бы мы хоть пальцем тронули кого-нибудь, то я завтра уже не была на работе. Что вы, есть другие методы. Я и знаю 100 игр, в которые я с ними играю. Это игры очень интересные, я вам могу показать, сказала она. А потом она сказала: вы знаете, нет, все-таки, конечно, мы наказываем иногда. Ну как же, он обрадовался, ну как же вы наказываете? Ну понимаете, вот когда маленькие девочки непослушные бывают, то мы их укладываем на 1 час раньше спать. Ну а когда старшие, мы лишаем их на 1 день телевизора. Самое страшное, что можно придумать. Да, казалось, да-да. Самое страшное, что можно придумать французов. Скажите, а вот ваше семейное воспитание имело какие-то особенности? Коль зашел разговор о воспитании вообще? Ну, видите, конечно, мое воспитание все-таки велось в советское время. Понимаете, все-таки я же себя начинаю помнить в сталинское время. Какие тут могут быть гувернантки? Ну, вообще, во всяком случае, нет. Во всяком случае, были какие-то реликтовые остатки старого классического дворянского воспитания. Ну, у меня была... нет, Юлия Ивановна, это просто наша была экономка, добрый гений семьи. Это вроде мисс Пегготти из «Давида Копперфильда». Все воспоминают ее как Юленьку, и не иначе. Юленьку, да. Нет, у меня, конечно, была учительница немецкого языка и француженка. Ну, приходящая была, приходила. Потом, когда я был маленький, отец и мать решили... Вот это интересно. Я, вы знаете, маленький притаился в комнате, потому что я чувствовал, что что-то идет в отношении меня, какой-то сговор, что-то мне готовится. Дети обычно это чувствуют. И вот я слышал, что отец произносил такие фразы. Чтобы он своим умом дошел, он должен знать, что... Если он будет отрицать, он должен знать, что отрицать. А мама говорила, и потом это полезно во всех случаях, это укрепляет душу и все. В общем, шел разговор о том, чтобы ко мне пригласить старушку в черном платье, которая объясняла и рассказывала мне Евангелие. Вот. И я помню, как эта старушка ходила. Но я был маленький, мне было 7 лет. Меня очень заинтересовали чтение Нового Завета. Но потом я дальше стал слушать рассеянно. И уже мне это надоело, и я стал убегать, когда старушка приходила. Потом вынуждены были с ней расстаться. Но все же эти какие-то семена запали в душу. Скажите, а вот в юности, в отрочестве, в юности, кто были ваши учителя? А может быть и позже? Но по музыке. По музыке. Не только по музыке. Наверное, не только. В жизни учителя. В жизни, да. Конечно. У меня был такой учитель. Самый сложный урок, это урок жизни. Самый сложный учитель. О музыке я
могу сказать, у меня были вот Пушков, один из первых учителей, автор песни «Леся», песня на просторе, знаете, да? Ну вот, так это вот автор этой песни, он известен. Он, кроме того, еще был просто замечательный музыкант и композитор. А потом я учился у Мусина Алексеевича Штейнберга, у Рязанова учился, такой был преподаватель. Потом у Арапова учился, потом у Шостаковича в аспирантуре учился. Если можно, о Шостаковиче подробнее. Да, сейчас. А учителю жизни я забыл сказать, да? Учителю жизни. Я обещал ему сказать про учителя жизни. Был такой Николай Николаевич Качалов, муж Тимы, актрисы, замечательный инженер. Он был еще инженер в то время, когда это слово звучало почетно. Знаете, когда-то слово инженер звучало очень большим уважением, люди относились к инженерам. Он тогда, он изобретатель оптического стекла в России. Он потом строил дачи на Селигере, и мы тоже там построили дачи. Он был замечательный человек. Он не только был инженер, он был, он знал все на свете. Театры, музыку, философию. Немного рассказывал, поучал меня так незаметно. Это был мой учитель жизни. Кто бывал в доме? У нас в доме всегда было очень много народу такого театрального, артистического, писатели, художники, актеры. Однажды к нам должен был приехать Уэллс, Герберт Уэллс, известнейший на весь мир английский фантаст. И он второй раз уже был в это время в Ленинграде, да, в Союзе. Первый раз он с Лениным тогда разговаривал, написал «Россия в мгле». А теперь он второй раз приехал. Это был 1933 год. Ну, мы готовиться начали очень, так сказать, исподволь. Что можно было в 1934 году, как можно было принять английского именитого гостя? Тут «Астория» пришла на помощь, тоже гостиница «Астория», где были всякие там вина, коньяки, всякие семги, осетрины, спрятанные от всего остального народа простого. Ну вот сюда, да, клубнику какую-то выписали, форель какую-то. В общем, очень пришел Уэллс, наконец, и переводчик. Я сразу же, маленький, мне было 10 лет, я сразу же принял переводчика за Уэллса, Уэллса за переводчика. Потому что переводчик был высокий, такой красивый мужчина, такой немножко горбоносый, такой худой, романтической внешности у него. А Уэллс был маленький, лысенький, такой, знаете, на какого-то часовщика похож. На фантаста похож не был. Да, и я очень был разочарован, когда оказался наоборот. Думали так, поговорим о чем-нибудь, потом мама пригласит всех к столу и сел за стол. Но прославленный фантаст спутал все карты. Он вошел в столовую, увидел накрытый стол и сел. Ну, неудобно, все сели рядом и начался обед. Он сказал, через переводчика, значит, я все передаю, он сказал, я был в России 12 лет назад, очень большие изменения, большое строительство, но по-прежнему никакой свободы личности. Ну, гости так, конечно, смутились, перевели разговор быстро. Потом начались возлияния. Все очень много пили. Уэллс, как истинный англичанин, тоже пил. Но ему очень понравилась моя бабушка, мамина мама, Крандиевская Анастасия Романовна, она тоже была писательницей. Вот. И он с ней проговорил весь вечер. Бабушка, она дружила с Розным. Вообще был ходячий 19 век. И он, как истинный англичанин, должен был оценить это. Да, уходя, он сказал маме, больше всего мне было приятно разговаривать с вашей очаровательной матерью. И все гости, которые толклись около Уэллса и стремились его втянуть в разговор, так он остались ни с чем. Но он показал себя как джентльмен. Нет, он немножко отвечал, конечно, на вопросы, но его страшно интересовала бабушка. Вот. Теперь насчет еще интересное. Я хочу вам рассказать о замечательной, интересной, яркой личности моей юности. Это был профессор консерватории, музыковед, автор всех вступительных слов, но поразительно талантливый человек, Иван Иванович Солертинский, большой друг Шостаковича. Да. Он был очень остроумный. Например, однажды он читал лекцию о Пушкине где-то в рабочей аудитории. И вот ему послали записку. «Скажите, уважаемый товарищ лектор, правда ли нет, что жена Пушкина, Наталья, жила с Николаем Вторым?»
он не растерялся. И сказал, он так с пафосом говорил, разумеется, это могло иметь место, если Наталья Николаевна к 80 годам сохранила все свои женские прелести, а Николай II в 12-летнем возрасте проявлял столь исключительные способности к деторождению, то, разумеется, могло иметь место. Потом то, что вы говорите, узнается интонация Ираклия Андроникова. Вот он его изображал. Первого начал изображать, да. Я тоже его очень хорошо помню. Однажды очень известный режиссер Каплан обидел немножко Салертинского. В общем, Салертинский имел на него зуб, как говорится. И он решил ему отомстить. Но это было сделано так. Была поставлена опера «Фальстаф» Верди в Малом оперном театре. И было обсуждение этой оперы. И там выступил какой-то литератор. И он сказал, в то время как виндзорские кумушки-проказницы затеяли кое-что против своих мужей, мужья пошли охотиться на кабана, и тут Каплан прервал. Не на кабана, а на кабана. А Салертинский, который был рядом, сказал, нет, почему же? Ударение было правильно, именно так надо говорить, именно так и говорят. Кабан кабана, каплан каплана, болван болвана. Дмитрий Алексеевич, все эти люди бывали в вашем большом доме в детском селе. И, по-видимому, все они собирались и вокруг вашего отца, и немалую роль в этом играла и ваша мать. Наталья Васильевна Мендеевская. И вы говорили об этом уже в начале нашего разговора, о том, что она отказалась от своего призвания на то время, пока она была рядом с отцом. И это, по вашим словам, это была очень счастливая пора для обоих. А все же она имела еще и большое значение как самостоятельный поэт, как очень интересный и лирик, и, ну, собственно, здесь уже, наверное, вы лучше скажете, да, кто она была, да, как поэтесса. Да, действительно, весь наш дом держался на моей маме. Все определялось ее вкусом, ее привычками, и убранство внешнее дома, и мебель, и вообще знакомые, которые нас посещали. И мама, вы сказали, что это была счастливая пора жизни, когда мама бросила писать. Да, с точки зрения женской, с точки зрения любви, как ее как жены, как матери, конечно, это была счастливая, наверное, пора. Но с точки зрения поэта это была как раз пора глухая, потому что ничего не было. Кроме стихов, написанных по просьбе отца для оперы Шапорина «Декабристы». Вот, она написала стихи. Этой оперы. И они сейчас идут, но потому что произошла ссора между отцом и Шапориным. Либретто, в общем, это перешло к Рождественскому, к Всеволоду Рождественскому. И он как-то так, эти стихи мамы, они как-то вошли. Ну, мама, лишенная честолюбия, никогда не упоминала о своих авторских правах. Вы слышали эту оперу, не? Когда поток с вершины гор, шумя свергается в долины, воды сверкающий напор, ломают старые плотины. Это вот когда сцена заговора у декабристов, когда декабристы собираются у Рулеева. Вот это вот самое. Или, скажем, дороги все изъезжены, все выпито вино, это песня цыганки. Ну, там много. Это все мамины слова. Я хочу вам прочесть несколько маминых стихотворений. У мамы есть и о любви, о природе, о пейзажные, философская лирика, ну, многое, что должно быть у лирического поэта. Взлетая на простор покатый, на дюн песчаную дугу, рвал ветер вереск лиловатый на океанском берегу. Мы слушали, как гул и грохот неудержимо нарастал, океанит подводный хохот нам разговаривать мешал. И снится мне хутор за Волгой, киргизская степь ковыли, протяжно рыдая и долго, над степью летят журавли.
И мальчик глядит босоногий во след им и машет рукой. Летите, счастливой дороги, ищите весну за рекой. И только по сердцебиению, по странной печали во сне, я вдруг понимаю значение того, что приснилось мне. Твое это детство степное, твои журавли с высоты рыдают, летя за весною, и мальчик босой — это ты.